Оксана Ермакова и ее четвероногий напарник служат в транспортной полиции уже 3 года. Барс – восточноевропейская овчарка. Он прошел специальное обучение. В общественных местах ведет себя спокойно, может в патруль выходить без поводка. Если замечает какой-то подозрительный предмет, дает знать кинологу. В этот раз барс искал закладку, которую положили в ячейку для тренировки. Хорошо, молодец. Хорошо, умница. Кроме зала ожиданий, Оксана с барсом проверяют платформы, поезда и электрички. Да разворачивайся, разворачивайся. В этот день во время проверки нарушений не выявлено. Для него это именно игра, потому что когда он ищет любимую игрушку. Когда ему делают закладки специально, потому что собака все-таки иногда должна что-то находить, чтобы не терять интерес, ему дают мячик. Поэтому он ищет именно мячик, свою игрушку. Несмотря на то, что вокзалы оборудованы по последнему слову техники и за безопасностью можно следить через камеры наблюдения, собак на этой службе вряд ли получится заменить. Они выполняют работу, с которой не справится ни одна система. Собаки задействуются обязательно, потому что их ничем нельзя заменить. Никакой любой прибор не сможет заменить собаку, которая несет службу по охране общественного порядка или по раскрытию преступлений или по правонарушению. По поведению собаки наш сотрудник может определить, имеет ли место совершение какого-то правонарушение или, может быть, необходимо направить туда собаку для того, чтобы был проверен какой-то конкретный участок вокзала или территории. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».